Работы по благоустройству в Петрозаводске ведутся столь масштабно, что уже чувствуется приближение праздника столетия республики. Мы находимся на месте реконструкции сквера Петрозаводского городского совета. В 2017 году вот этому месту было присвоено имя сквер Петрозаводского городского совета. Это было сделано не случайно, потому что в 2018 году, в апреле месяце, Петрозаводский городской совет отмечал дату столетия образования Петрозаводского городского совета. И это был как один из шагов увековечения этой даты памяти столетия создания работы Петрозаводского городского совета. Работает уже 28 созывов, начиная с 1918 года. При благоустройстве у нас демонтируются полностью все покрытия. Структура сквера, она не меняется. То есть остается, как она ранее уже была задумана в 70-х годах. То есть мы используем как возвратный материал, то есть который можно посмотреть, он сложен уже, то есть мы его будем использовать повторно, так и используется новый материал, это каменные гранитные детали. Так. Лестничные спуски у нас будут выполняться из существующего материала, он будет только очищен и выполнена пескоструйная обработка, то есть они будут подрезаны и будут очищены от грязи и от... налета, который уже с годами образовался на данных спусках. Программа формирования комфортной, благоустройства комфортной среды в городе Петрозаводске, она уже идет в течение 5 лет. Это федеральная программа. И за это время многие уголки города Петрозаводска, многие дворовые территории уже были приведены в порядок. С 1975 года никто благоустройством прилегающей к мэрии территории не занимался. Сквер реконструируется в рамках празднования столетия Республики Карелии. На эти цели республикой было выделено более 60 миллионов рублей. Сегодня на платформе «Активный горожанин» на сайте администрации Петрозаводского городского округа проходит голосование по подбору общественных территорий для их благоустройства в 2021 году. Осталось 2 дня. Завершается голосование в 9 часов вечера 31 июля. Поэтому я обращаюсь к нашим горожанам. Примите активное участие, потому что только вместе с вами мы можем сделать наш город благоустроеннее, мы можем сделать его комфортным для проживания всех жителей, не только жителей, но и гостей нашего города.